Будапешт требует объяснения от Киева по поводу действий националистов. Участники марша по случаю годовщины создания Карпатской сечи накануне удочкой сняли венгерский флаг со здания городского совета Берегово. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта назвал это недопустимым и потребовал от Киева немедленно отреагировать и наказать виновных. Венгерский флаг висел над городским советом рядом с флагами Украины и Евросоюза с 2006 года по решению местных депутатов.